Всем привет! Сегодня 10 июля. Да, 10 или 9, уже, честно говоря, не помню. Но факт в том, что я сегодня открыл морской сезон. И сегодня я тут на горпляже решил покупаться в море. Ну, уже, собственно, искупался. Вода бодрящая. Солнышко вот светит прекраснейшее. Вот, что я могу сказать. Друзья, с 15 числа открывается этот сезон купательный или купальный. Приезжайте в Крым, приезжайте в Керчь, берите побольше денег, потому что в Керчи всегда не хватает денег. Вот, и отдыхайте. Море бесплатно, пляжи бесплатные. Вот такие пляжики у нас. У нас пляжи песочные, тепленькие. Друзья, все, кто с Москвы и всех этих регионов, быстро приезжайте в Крым, с 15 числа ждем. Всем пока!